У меня лимузин Корригана и в багажнике труп Слинка. На этой машине ты добираешься до его дома в Энглвуде, оставляешь тачку в его гараже и потом делаешь ноги. Там столкнешься с его личной охраной. Если мы хотим добраться до Корригана, сначала нам надо разобраться с этими парнями. Лимузин припаркован у дома с одним из твоих посланий.
Ничего так. Неплохое местечко, да? Да, так я себе все и представлял. Хорошо. Надо очистить это место от охраны. Должно быть, эти парни считались профи. Иду преследование. Наезд на пешехода, подозреваемый. Нью-Джерси. Подкрепление в пути. Корриган думает, что он неуязвим. Мы заставим его подумать над этим еще раз. Ты сядешь в полицейскую машину, которая стоит на парковке в Нижнем Истсайде. В багажнике твой старый дружок Кэнди. В машине найдешь взрывчатку C4. Едешь в штаб полиции, паркуешься на месте Корригана, заходишь в его кабинет и оставляешь взрывчатку на его столе. Потом сматываешься.
срочно требуется поддержка! Немедленно! Мы ждем подкрепления. Стоять на месте, мерзавец. У тебя ничего не вышло. Парень сидел.